Мы с Викторией приходили вот к этой беседке, я снимал, а тут она говорит: смотри, аллея кипарисов, гляньте, земляне, но здесь обрыв, ого, там глубина, какой-то туннель, смотрите, ну что, разве это не великолепно, а? Разве это не прекрасно? Кто-то ж посадил целую аллею. Я там у себя тоже сажаю кипарисы. Только начал, вернее. Вот приехали исследовать, надергать шишечек. Ой, глядите. Вот мы. У меня всего один кипарис 4,5 метра, остальные все маленькие. Но здесь вот, вот он, гляньте, он метров 20. Иду, иду. Ты где? Вот. А ты голос подавай. Ты так, ав, ав, ав. Так, Шурик, Шурик, Шурик. Так, ну что? Ой, идем дальше. Сейчас дойду до поворота. Если там ничего интересного не будет, выключу камеру. А будет интересно, значит, наше терпение вознаграждено. Что здесь вот? Здесь вот они, кипарисы. Ну, это какая-то стена не очень презентабельная. Ау! Ты где? Вон она. Ну что? Пока выключаю камеру. Пока. Что-то кнопка заела. Не выключается. Эй, выключать-то неохота. Такие дорожки, такие деревья. Идем, идем. Все время вниз, вниз. А потом вверх, вверх, вверх. Ну что, земляне? Кто со мной остался еще? Приветствую всех. Ну, может быть, кто-то смотрел, смотрел, скажет: да нету тут французских бульдогов, чего я буду пялиться? Подумаешь, смотреть на Викину спину. Гуляйте там сами. И ушел с канала и отписался. То есть отписывался или отписался, я все время путаю. Ну что, куда ты меня завела очередной раз?